Владивосток, 18 сентября 2021 года. Автосалон 2021.
Свои коррективы, был перерыв, и мы видим, что формат немного поменялся, видим меньше новых автомобилей, больше ретро, но тем не менее салон восстановлен, и за эти годы, за 5 лет, которые он проводится, мы увидели, что это достаточно востребованная площадка, и на сегодня она единственная в Приморском крае, которая объединяет и бренды, представленные дилерами, и страховые компании, финансово-кредитные учреждения и компании, которые обслуживают автомобили. И мы видим, что действительно Владивосток – это автомобильная столица Дальнего Востока. К микрофону приглашается руководитель компании «Автоцентр Форсаж». Угона нет. Немов Дмитрий. Добрый день, Владивосток. Отличная погода. 6-й по счету автосалон. Все отлично. За автобезопасностью обращайтесь в наши палатки. Подскажем, расскажем. Все. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. К микрофону приглашается директор территориального офиса Приморский Пауэрсбанк Репина Светлана. Добрый день, уважаемые гости этого прекрасного мероприятия. Я от имени Росбанка и международной группы Societe Generale рада вас приветствовать. Сегодня прекрасный солнечный день. Мы все во Владивостоке очень любим красивые автомобили. Их здесь множество. И мы очень рады, что вы здесь можете это все увидеть. Здесь сегодня на центральной площади представлены не только новые современные автомобили, но и представлена большая линейка ретро-автомобилей. И я вступаю место здесь на сцене руководителя автомобильного ретро-клуба «Иноходец» Марк Жибровский. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Рад приветствовать всех гостей, участников и организаторов. Позвольте выразить огромную благодарность всем перечисленным, потому что мы встречаемся уже не первый раз, и благодаря этому уже существуют какие-то традиции. Благодаря этому мы с вами можем видеть и советские автомобили, представленные здесь несколькими линейками, и японские наши рабочие машины, и представители тех организаций, которые нам помогают их обслуживать, ремонтировать, охранять в том числе. И благодаря нашему сегодняшнему сообществу, хорошему дню, я желаю вам дальнейшего хорошего настроения и приятного времяпровождения.
Ура, друзья! Спасибо! Можно сказать, что шестой по счету автосалон на Центральной площади можно считать открытым. Спасибо! Была перерезана красная ленточка. Начинается часть неофициальная. Я, конечно же, подробно сегодня расскажу о всех тех компаниях, которые здесь представлены, а их большое множество. Хочу сказать отдельное спасибо средствам массовой информации. Это «Лондон Прим», это «Авторадио Владивосток», «Шансон», «Владивосток ФМ». Всем огромное большое спасибо. Вы сейчас можете пойти познакомиться с новинками, попробовать сходить в зону фуркора, о которой я сегодня тоже обязательно расскажу. Много будет интересного сегодня. Наш автосалон продлится до 17 часов. И до 17 часов вас еще, кроме всего прочего, ждет огромное количество розыгрыша, призов и подарков от компаний, которые принимают участие в автосалоне шестом по счету 2021 года. Всем приятного отдыха. Совсем скоро мы перейдем к активной части нашего автосалона. Российская компания по оптовой торговле высококачественными товарами из Японии, Сингапура, напомню, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Вьетнама, Малайзии, Южной Кореи. Основные бренды Idemitsu, Octobucks, Zepro, Akira, Bosch Pier, Cam2 и многие другие. На сегодняшний день Akira Oil является сильным и крупным поставщиком автотоваров, направленных на обслуживание автомобилей.